Бюро находок продолжает доблестно нести службу работник Бюро находок Сталина Михайловна. По инструкции человек, чтобы забрать свою сумку, должен перечислить ее содержимое. Чем больше вещей он назовет, тем больше у него шансов получить эти вещи обратно. Сегодня к ней обратился пассажир, который потерял свою дорожную сумку. Бритва одноразовая. Так, бритва одноразовая. Есть. Чипсы были. Чипсы. Есть чипсы. Дальше. MP3-плеер. Марка, вес, длина наушников, количество треков. Я этого всего не вспомню. А, ну, не помним, значит, не ваше. Ну, а те вещи, которые он не назовет, они пойдут в фонд государства. Такая вот инструкция. Дальше. Одежда. Рубашки, майки. Рубашки, майки. Джинсы. В джинсах что-то было? Кажется, не было. Тогда джинсы ваши, а ножичек уже государственный. Как в казино. Я считаю, что моя задача, как у крупье, всегда оставаться в плюсе. Носки были? Да, две пары, черные, житомирские. Вот видишь, не спросил бы про носки, босиком бы пошел. Носочки. Что дальше? Фотоаппарат. Так, какой? Canon. D650. Матрица 22,3 на 14,9 миллиметров. 18 мегапикселей. Объектив 18 на 55 миллиметров. 2 кит. Карта памяти SD 16 гигабайт. Я фотограф. А серийный номер, фотограф? Ну, вот тебе карточка, карточку ты правильно назвал. Все, свободен. А чипсы? А, тебе уже не надо. Так любой может прийти и сказать, что в сумке там его вещи, назвать обычные вещи, которые есть в любой сумке. Там носки, трусы, полотенце, фотоаппарат. А 37 цифр они запомнить не могут. Если вам понравилось это видео, смело добавляйте его в избранное. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Да, и не забудьте поделиться им с друзьями.